В заключительных сериях сериала «Поздний срок» Лера впервые за долгое время чувствует себя счастливой. В предвкушении начала новой жизни она идет с Ильиным на джазовый концерт. Неожиданно раздается телефонный звонок. От Колесникова он сообщает, что генерала Брагина подставили, и настоящий убийца Смирнова до сих пор на свободе. Лера в смятении. Нужно начинать расследование заново, а у них с Олегом нет ни единой зацепки.